Привет-привет! С вами Лена. Сегодня будем выбирать процессик на следующий, на завтрашний вторник и среду. В прошлый раз не делала, слишком много работы было в саду. И поснимала тогда день без вышивки. А сейчас мы должны выбрать все-таки себе процессик, что будем делать на вторник и среду. Вот, вынимаем циферку. Циферка 5. Вынимаем буковку. Я извиняюсь, не видно, но буковка Ж. В 1, 2, 3, 4, 5. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. У нас получился тигр. Тигр. Посмотрим, что нам Ктулху скажет по поводу тигра, как он его охарактеризует. Выпала карта Туз. Здесь написано, что он исключительный, быстрый, и можно сделать еще три действия дополнительно. Что за три действия, мы попозже подумаем, как это можно интерпретировать, какие три действия, наверное, по ходу дела. Вот, поскольку тут нам цифры никакой не дано, то мы возьмем королев и выберем количество. Берем любую карту. Королева павлинов, циферка 10. Циферку 10 можно растолковать как 100, но это очень мало, и как 1000, будем стремиться к 1000. Игра спящей королевы. Опять-таки рекомендую. Здесь королевы, которых надо разбудить. Игрок будет королев. Кто набудет и больше королев, тот, значит, и выигрывает. Посмотрим, какие есть дополнительные карты. Есть вот такие с цифрами, похожие на обычные карты. А есть еще бонусные карты. Вот, например, есть джокеры, есть драконы, есть рыцари, есть зелья и короли. Короли могут разбудить королев, а драконы, зелье может усыпить королев снова. А из вот этих карточек можно составить уравнение, например, 1 плюс 3 равно 4. Такая простейшая математика включена в эту игру. Детям нравится. Так что советую. Стоит она недорого, а играть в нее интересно. Вот. Что теперь? Посмотрим на тигра. Здесь довольно-таки заметно. Глаз, щечка. И сюда добавить 1000 на этого красавца, я думаю, проблем не будет. Так что определились мы. Исключительный быстрый